85 объектов здравоохранения будет отремонтировано в этом году на территории Московской области. В их числе 4 объекта в Дмитровском городском округе. Это психиатрическая больница номер 9, Некрасовский под скорой медицинской помощи, приемный покой Дмитровской областной больницы и патологоанатомическое отделение морг. Ремонтные работы на этих 4 объектах финансируются из областного бюджета. Дмитровская областная больница в настоящий момент по губернаторской программе начат ремонт приемного покоя. Полностью капитальный ремонт с перепланировкой приемного покоя. После окончания ремонта будет оптимизирована маршрутизация пациентов, будет более комфортные созданы условия для пациентов в зоне ожидания, в зоне приема. Помимо этого, по окончании ремонта будет закуплено новое оборудование и новая мебель для приемного покоя. На время ремонта приемный покой работает в том же режиме. Он работает, мы все также показываем помощь, все также в том же объеме, но чуть в стесненных условиях, но с учетом ремонта. Окончание ремонтных работ в приемном покое Дмитровской областной больницы 1 сентября этого года. Такие же сроки окончания ремонта и в патологоанатомическом отделении. Там косметический ремонт, это замена плиточного покрытия, замена оконных рам, косметический ремонт.